закончили вязание топа весеннего, и сразу хочется начинать новенькое изделие, следующий проект. Но самое главное, чтобы он был абсолютно не похож на предыдущий, на законченный, потому что вязать его иначе будет просто неинтересно. А нам надо, чтобы было интересно, и чтобы было необычно, и ничуть не похоже на все предыдущие проекты, потому что наши изделия не повторяются. Хотим сделать летнее, легкое вязание с отверстиями. Дырки вязать будем. Отверстия можно вывязывать горизонтальные, вертикальные, плоские. Но мы решили сделать дырочки круглые. И для этого подобрали идеально подходящий узор. Узор змейки. Этот узор не является каким-то необычным, эксклюзивным. Многие его знают. И, как правило, из него вяжут шарфики и палантины. Потому что набрали сколько-то петель и снизу доверху заткали по прямой. Очень такой несложный, комфортный в вязании узор. Но наша задача связать не прямое полотно, мешок. Наша задача связать майку бретельками, проймами с горловиной. Как мы будем выходить из ситуации? Ведь такой узор не считается по петельной пробе. Здесь нет петель и рядов. Этот узор считается рапортами. Кажется, что очень сложно, но на самом деле наша майка по степени вязания, по степени сложности будет доступна даже самым начинающим. Если у вас петли по бокам не летят, то вы на любой вязальной машинке однофантурной прекрасно свяжете такую майку. А какая у нас майка получится? Какой цвет мы подберем? Какую пряжу? Как мы будем вывязывать сложные контуры майки? Смотрите в следующих видео. Для этого подпишитесь обязательно на наш канал. И если вам не жалко, поставьте лайк, ведь наши изделия не повторяются.